Ребята, всем привет! Меня зовут Энди Муфт, на моем канале, а это Кена. Кена, значит, мост духов, но, на этот раз мне не нужно переводить, здесь все есть субтитры, но с игрой все равно хочется познакомиться. Ты посмотри на эту картинку, какая красота! Листики летят, листики шумят, солнышко светит, дождик идет и сидят какие-то черные... Кто это вообще такие? Какие-то черные фиговины сидят, вместе с тобой будем разбираться. Кто это сидит и что хотят? Новая игра, поехали. Вы собираетесь начать? Собираюсь начать. Режим средний, конечно же. Далее. Яркость пойдет. А что там дальше, разберемся? Будет слишком темно. Сделаю. О, привет. Уникальные деревянные маски вырезают в честь усопших и размещают в священных храмах. Там они постепенно обращаются в прах, символизируя мирный путь духов в загробную жизнь. Не все духи способны пройти этот путь в одиночку. Они не в состоянии смириться с трагедиями в своем прошлом, медлят покинуть этот мир и становятся опасными. Те, кого судьба призвала помочь этим застрявшим, ожесточенным воплощениям, носят название «проводников духов». Ух, еле успел прочитать. Ты шо так скачешь? Это Кена, да? Кена. А Барба будет или только Кена? Не знаю. Нажмите Лб для пульсации. Лб. Ух ты, это я так пульсирую. В общем, конечно же, давно были анонсы. Это эксклюзив в консоли и Epic Game Store. Так, значит, о чем я? Эксклюзив, значит, консоли Epic Game Store. Надеюсь, этот эксклюзив не будет так эксклюзивно нас больше выкидывать. Ну, может, я сам виноват. Сам виноват, стоял, разглядывал ее долго. Привет. Это как в Lost in Random. Мы тоже бегали за духом. Духом сестры, а здесь за духом чьим бегаем. А что мы везде за духами бегаем? Короче говоря, давно были анонсы этой игры, и очень-очень красиво выглядела визуальная часть. А мы ж с тобой, графодрочеры, прям скажем, нам только бы на графику полюбоваться. Вот, собственно, поэтому я здесь, поэтому я в этой игре. Любуюсь на графончик, значит, и надеюсь, что будет интересный. Интересный сюжет меня тоже волнует. Так, это я хожу, пульсирую, значит, здесь без конца. Иду за духом. Плыву за духом. Ага, духов много, смотри, они куда-то идут. Так, появился большой камень. И мы в него пульсанули. По камням перешло, в рот не попало. Зато открылась дверь. Очень красиво смотрится. Очень прям. Что я могу делать? Вообще нифига. Опа! Ты видал сальто? Сальто мортали. О, удар. Не прикольно, прикольнее вот это, смотри. Офигеть. Вообще я акробат. Я акробат. Зачем мне эта акробатика нужна? Было сохранение, я видел. Было сохранение. Ух, двойной прыжок. Дядька сидит. И вокруг него духи. Дядька агрессивный? Не хочется к нему прям подходить так сильно, но придется. Зачем ты пришла? Дух, я ощущаю здесь страдания. Нужна ли тебе помощь? Ты ничего не знаешь о страдании. Это мой дом. Это моя деревня. Это моя деревянная маска. Проводница духов, уходи. Нажмите для атаки, нажмите для мощной атаки. Юркая атака. Сейчас будет юркая атака. Внемли моей юркой атаки. Куда ты хотел меня ударить? Нифига. У меня юрка и атака. А ну-ка давай. Опа. О, красота. Они меня не бьют. Это вообще класс. Люблю, когда враги меня не бьют. А чего вы меня не бьете? Нажмите Б, чтобы увернуться. От чего уворачиваться? Они как бы особо не дрались. Все? Кому еще раз дать? Я слышу, кто-то идет. Я слышал, кто-то шел. Так, я вижу камень большой. Мне здесь попульсировать надо, да? Ага. Предположим.
А, я понял. Загорелась левая сторона двери. Пойдем попульсируем справа, загорится правая сторона двери. Потом ее откроем. Это не головоломка. Это такой игровой процесс. Интересно, мог я это сделать, не убивая врагов? Скорее всего, конечно же, нет. Никаких врагов не убивая, сделать я это не мог. Итак, собственно говоря. А что теперь? Теперь здесь... Ага, появляется камень наверху, да? Да, опа. Ну ладно, что играться. Очень незначительное было предисловие. Я не знаю... Я знаю, что я Кена. Но почему у меня вот этот посох? Я проводница в мир духов. Что это за пульсации? Пульсации энергии. Ты же все знаешь, ты мне в комментариях напишешь. А как иначе? Это что такое? А как снять? Эй. Не хочет. А может сильный удар? Не, вообще не хочет. Ладно. Не так уж и хотелось мне. Ну вообще на самом деле хотелось. Да ладно, ты меня раскусил. Ух ты, какая красота. Все нормально. Сейчас я выйду в красивый лес, да? Очень красивый лес. Та-да! Ну да, я такого и ожидал. А вообще, еще музон мне подкинули, елки-палки. Что это было? Что за звук? Что за звук был? Не пугайте меня посторонними звуками. Опа! Духи. Духи детей каких-то. Я видел его где-то здесь. Куда он ушел? Это кто? Приветики. Да ну ее нахер, валим. Опа, это духи. Я должна им помочь. А че они тогда убежали? Алло, мне еще... Что это? Нажмите ЛБ, чтобы общаться с клочком тлена. Может, они хотели написать через букву Ч? Или все-таки тлена? А ну давай. Клочок тлена. Собрать. Тлен — это остатки типа душ мёртвых, заблудших. Что? Hi. Привет. Ничего. Что случилось с тобой, малыш? Окей, объясняйте. Найдите тлёныша, поищите еще тлёнышей в этой области. Окей. Это тлёныш. Нажмите для двойного прыжка. А я уже разобрался. Это стандартно в любой игре. Чего вы меня учите стандартным вещам? Так, а где тлёныши, собственно говоря? Эй, тлёныши. О, молодежь. Вот она, бежим быстрей. Молодежь, куда вы? Курили здесь, небось? Смотрите мне.
Так, ты здесь что хочешь? Ты хочешь, чтобы я с тобой пообщалась, да? И постучала палкой. А ну. Они с каждым разом больше. Найди ты тленыши. Один из пяти. Мне нужно пять этих членышей. В смысле, тленыши найти. Ага, я понял. Хорошо, пойдем искать. А есть какая-то помогалка? Вот я нажимаю, и мне показывается, где тленыши. Нет такой помогалки, да? Ладно, я не буду выпрашивать. Мне не так уж и хотелось. И карты нет. Да, обожаю такие игры, когда непонятно, куда идти, непонятно, что делать. Ничего, разберемся. О, тленыш, привет. Ну, я так понял, они все рядышком будут. Смотри, у него зубы белые, у него виниры. Ты что, голливудская звезда? С винирами, тленыш, хрена себе. Обалдеть, сколько он за них отдал? Откуда у него столько денег? Он же тленыш. Бенни, прячься. Подождите, Бенни спрячется. Но я тут вот увидел... Ой-ой, больно было, да? Извини. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, спокойно, меня ждем. Сквозь водопад. Как в психонавтах. И тоже двойной прыжок. Так, есть еще один. Это какой по счету? Четвертый? Третий. Еще два. Еще два членыша. В смысле тленыша. Музыка как в Короле Льве. Ух ты, а что это такое? Выцвевшая долина. А, я видел вот в трейлере. По-моему, мы сейчас эту долину будем делать зеленой. Да, правильно понимаю? Соберите больше тлена, чтобы очистить это сердце мертвой зоны. Все, вопросов нет. Я сейчас соберу этих тленышей, принесу их в жертву, и очистится эта зона. А, казалось бы, такая милая игра. Нет, я сейчас буду в жертву тленышей. Так, быстрей! Подождите, подождите, братва. Я еще здесь видел. Ага, здорово. Как дел? Нажмите вправо, чтобы общаться с тленом. С тленом? Чихнуть, танцевать, поцеловать. Танцевать. Эй, ну это прям ми-ми-ми. Так танцуйте, алло, танцевать будем? А вот это они улыбают. Все? Поцеловать, давай поцелуем. А, он поцелует. Спасибо. Так это я им приказ даю. Чихнуть. А ну чихайте. Будь здоров. Окей, понятно. Где пятый? Где пятый? Наверное, здесь, куда побежали малые. Правильно понимаю? А? Ага. Где-то здесь. Где-то здесь по любасу. Что сделать? Да, он был в чемодане, прикинь. Это финальный. Идем спасать долину. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь тлен может выполнять больше действий. Ваша свита растет. Теперь у вас есть еще одно тленное действие. Нажимайте X, чтобы напускать тленыши на различные объекты в окружающем мире. Собирайте тленыши, чтобы повысить уровень тлена и получить больше тленных действий. Такое слово тленный, тленыши. Не нравится мне это слово. Так, пойдем освобождать лес. Здесь что-то есть? Подожди, а малыш... Ой, ой, извините, упал. А малыш, сюда побежали. Где они?
Ща! О, я могу быстро бегать. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. Итак, вот это, видимо, сердце, которое лес порабощает. Применить тлен. Нажмите ЛБ для пульсации. Уа-а-а! Ты видал? Мать его, Джонни! Ты видал, что они делают с этим деревом, Джонни? Прям бы это было красиво. Согласись, не надо мне говорить, что это было некрасиво. Это было прикольно. И пообщаемся с Леном. Ребята, что вы скажете по этому поводу? Чихнуть, танцевать, поцеловать, встать. Общаемся, братва. Они всегда будут со мной, целая банда. Это как Overlord. Играл, если ты, там миньоны за ним ходили. Вот то же самое, по всей видимости. Я типа Overlord, и за мной бегают мои миньоны. Когда миньоны были прикольные, ну они по-другому прикольные. Они тягали друг друга, они там ругались, кидались. А здесь такие милые, милые миньоны. Смотрят мне в жопу. Не такие уж и милые, ты смотри. Ну нет, в общем, здесь довольно милые ребята. Что это такое? Это ничего. Так, куда мне? Куда? Купаться идем, тленыши. Вуду! А, водичка-то прохладная. Они тоже плавают. Ну, пусть будет. Я что-то вижу. Так, один уже там сидит. И что он там сидит? А, запрыгнуть, типа? Ну, чем тебе не Лара Крофт, а? Чем тебе не Лара Крофт? Ты не думаешь, что здесь всегда все будет так мирно? Вон уже летает какая-то хрень. Здесь будут драки, здесь будут сражения, будут смерти, будут потери. Надеюсь, будет что-то еще. Так, тленыши испугались и съебались. Ой, в смысле спрятались. Атакуйте врагов, чтобы набирать отвагу. Используйте отвагу в сражениях для выполнения тленных действий. Без проблем. В окружающем вас мире могут возникать капельки отваги. Неплохо. Собирайте эти капельки с помощью пульсации или касайтесь их, чтобы быстрее накапливать отвагу. Все, понял. Еблысь, еблысь. Извини. Ой, о, больно. Не извини больше. Тленыши готовы. Они могут уничтожать сердца. Нажми, я понял. Сначала убью всех. Удерживайте L, чтобы прицеливаться, а затем, чтобы опутать врагов. Прикольно. А ну-ка. Опа, как тебе? Опутался? Опутался? Тленыши взяли... А, не могу. Пока не убью всех, не могу. Так, а ну-ка, опутываем. Опутываем. А что, больше не... Смотри, тот опутан, а больше не стреляет. Ну и ладно, не стрелять не надо. Сильный удар. На. Опутывальня. Еще? На, сильный удар. Слабый удар. Сильный удар. Вы бесконечны? Нет, могу применить тлен. Ой, извини, извини, отвлекся. Смотрел, как применяется тлен, классно. Наполовину получается область спас. Нужно еще. Сейчас будет красота. Подожди, нужно взять эту штуку. Смотри, сейчас будет красота. Эй, не достаю, вот блин. Да елки-палки, ну достань. О, красота. Да, ради этого играем. Спасать мир. Чтоб было по красоте все. Членыши, за мной. Будем спасать дальше. Пока любопытно. Так, опять эти призраки-детки бегут. Чё вам дать команду? Тленыши могут передвигать некоторые объекты в окружающем мире. Нажмите их, чтобы тленыши подняли объект. Укажите тленышам, куда идти, нацелясь, а затем нажмите А. А я доктор, куда идти? Так а я не знаю.
Ну давайте сюда. Вот сюда, например. Не идете туда, да? Сейчас я придумаю, куда вам деваться. Вот сюда, я понял. Так, тленыши, поехали. Ты смотри, что делают, потащили, блин, челядь, ё-моё. Это эксплуатация детского труда называется. Как бы эту Кену за это не кану. Листики. А туда не могу. Ну ставьте, что держите. А, не, подождите, вы криво поставили. Можно ровнее? Вот сюда, пожалуйста. О, теперь неплохо. Чё, ничего, вы можете сгодиться, малышня. Я думаю, с этими мелкими немало интересной игровой механики можно придумать. Эй, а чё не разбиваемся? Открыть нужно. Я понял. Почему бы не разбивать это? Почему открывать? А ну-ка поднимите быстренько. Красавцы. Красавцы. И шо? А, я по кругу прошел. Подожди, ты куда дальше куда? Ну ладно. Что-то я не туда пришел, да? Туда, как же не туда? Так, здорово, малой, что ты мне хочешь здесь? Что ты мне показывает? Не знаю, я, наверное, без тебя допрыгну. Если я могу, кстати, разбегаться же. Сейчас, тихо. И... Воу! Без проблем вообще. Так, пахнет красным лесом. Сейчас будет драка. Опа! Ну все, все, вот мы и поиграли с тобой в Кену. Сейчас, походу, нам раздадут тут знатно люлей. На, я первая нападаю. Не стреляет первая. Хорошо, пойдем поговорим. Это наш с тобой первый босс. Позволь, я помогу тебе. Я могу излечить этих духов и восстановить равновесие леса. Я знаю таких, как ты. Ты ощущаешь силу, пронизывающую эти земли, но не понимаешь ее до конца. Здесь остались только смерть и скверна. Ебим. Эти земли будут исцелены, но ты не можешь оставаться здесь, дух. Ты должен уйти в иной мир. Это тебе здесь не место. Я никогда не брошу свой народ. Ну-ну-ну-ну-ну. Росток. Удерживайте ЛБ, чтобы прикрыться щитом. А как тебе такое? Офигел? Опа-на. А ну-ка полежи. Взять эту штуку, мелкие хулиганы. Вот это спецэффекты.
Чё, миньоны? Нормально, нормально, миньоны, нормально, нормально. Можете выходить. Теперь тут безопасно. Сая, гляди, она расчистила траву. Малыши могут ее есть. Ой, расчистила траву. Малыши могут есть отраву. Им нравится. Отрава всем нравится. Меня зовут Кена. Что вы делаете в лесу? Совсем одни. Не нужно о нас беспокоиться. Мы тут уже давно, и мы можем сами о себе позаботиться. И это я вижу, вижу. Вы выглядите очень сильными. Это как мартышки из рая, повелительница дракона, да? Вы знаете, кто был дух в рогатой маске? Нет, не знаю. Но когда он появляется, вся трава становится сильнее. И сильнее отравляет. Эй, а что ты делаешь в лесу тут? Я ищу священный горный храм. Вы можете меня туда провести? Это мой такой... Если ты хочешь добраться до горного храма, тебе сперва придется нам помочь. Наш брат Тара потерялся в лесной чаще. Прошу, помоги ему. Хитро придумано, Сая. Ей это будет просто. Ты видела, что она сделала с тем существом из палок? Блин, блин. Почему в играх на перевод нет вот такой кнопки? Типа, когда ты готов двигаться дальше, жмешь А и переходишь. Реплики приходится... А, да, быстрее, успел, не успел. Предыдущая, следующая. Капец, все, во всех играх должна быть буква А, когда ты готов к следующей реплике переходить. Но здесь есть русский. Ага. Помоги нам освободить Тару, и мы отведем тебя к горному храму. Так, помогите Тару или Таро. А пойдем, наш деревню, в этой стороне. Най... Ого. Ого, а что вопросик? Короче, у меня толпа уже их. А что вы можете делать толпой? Чихнуть, танцевать, поцеловать. Всех целовать, что ли? Что это за оргия будет, если она тут всех начнет целовать? Нет, давай нам не надо. Пойдем, короче говоря, спасать малого. Хорошо, что здесь не надо носиться по локациям и что-то собирать. Мне это так не особо нравится, если честно. Ой, ё-моё. Но я люблю красивые виды. Ты это уже понял. Если ты не в первой игре со мной. Кена, мост духов. Доставка окончилась, чё вылупился? Чё вылупился? Играй, играй мной. О, как, карта, карта появилась. А чё закрыто? А чё закрыто? А чё закрыто? А чё открыто? Помогите Таро. Фига себе мне бежать. А почему назад? А, не, я просто повернулась. Вот если я повернусь сюда... Да, все вперед. Испугали про меня. Хорошо, слушай, с картой очень удобно. Без карты очень что? Неудобно. С картой очень что? Ты меня понял. Очень удобно. Поэтому я очень благодарен, что у меня теперь есть карта. Ага. Прям ходи и любуйся, куда там играть. Просто ходи. Делай скриншоты. А меня кто-нибудь встретится сегодня? Алло. Так, вижу скверну. Деревня. Это вот здесь вот, да? Нет, здесь не закрыто. А как зайти? Ух ты, ничего себе! Понял. Не дурак. Дважды повторять мне не надо. Вон я вижу яйцо эпицентр. Сейчас мы ему раздадим. И здесь, наверное... Подожди, тут их несколько. Я вон еще одно вижу наверху. Так, понятно. Тут большая территория поражения. Переходим к фазе очистки. Who you gonna call?
Ghostbusters! Прячься, прячься. Таким же красным цветом будут блестеть ваши жопы, когда я своим жезлом по ним пройдусь. Раздаем. Эй, а чё не стреляет? А чё не... А у меня нет энергии, я понял. Отпрыгивай, ты смотри какой. От этого отпрыгни, козёл. Тоже могу прыгать, знаешь ли. Ой, подножка какая! Красота! Малые, взять! Не достало. Есть, уничтожена одна ветка всего лишь. Ну такое. Малый, еще одна ветка, взять. А, сначала применить тлен, точно. Ой-ой-ой. Хорошо, еще одна ветка очищена. Чемоданчик смогу открыть потом, да? Хорошо. Это лиса какая-то. Стоит лиса Алиса. Хорошо, здесь закрыто. Что ты хочешь мне сказать? Ты не выглядишь злой. Да, и меня тут не отталкивает больно. Просто лиса какая-то улыбается. Предположим, я поверил. Еще одна хреновина. Вот, теперь основную тварь уничтожим. Шо творю? Найдена тележка со шляпами. Это сохранялка, наверное. Алтарь. Так, с этого момента очень поподробнее. Уничтожайте оскверненных врагов и восстанавливайте окружение, отыскивайте плоды, чтобы кормить своих тленышей. Все эти действия создают карму. В меню улучшений используйте карму, чтобы открыть новые способности. Кена может улучшать свои основные навыки и напитывать свои способности тленом для проведения мощных атак. Так, спасибо. 65, 8, 50. Уровень тлена маленький. Это могу улучшить? Открыто. Нажмите для юркой атаки, для мощной и мощной атаки. Можно... А, все понятно. Доступно улучшение. При спринте зажмите РБ, чтобы провести быструю размашистую атаку. Хочу. Класс. Требуется больше кармы. Мало кармы. Требуется больше... Ё-моё. Так, ну я понял. При спринте нажать, короче, чтобы провести мощную атаку. Бегу такой и размашистая атака. Ничего, пойдет. Шляпка? Что это? Горшок. Доступна новая шляпа для тленышей. Где одевать? Где належать? Улучшение. Духи закрыты. Я пока что не могу их наряжать. От бляха-муха. От же ж оно дает. Так, а это что? Это магазин шляп. Горшок. Вот так. Гриб, горшок. Ну давай в горшок. Или в гриб. Типа мухоморы будут бегать такие. Хорошо. Надеть шляпы. Все, покинуть лавку. Да, теперь у меня грибы-мухоморы, мои напарники. Как у разработчика прям. Так и у меня. Итак, собственно говоря, что мне дальше делать? Клевер. Доступна новая шляпа. Клеверная шляпа. Хорошо. Бриллиантики тоже пойдет. Где здесь я еще открыл проходы? А почему здесь остались эти? Ух ты, блин, вы че? А как мне освободить эту штуку? Эй, ты леныши. Не совсем понял. Ну ладно. Не хочет оно освобождаться. Я иду не туда, куда мне надо. Мне надо вон туда. Но мы сначала хотим осмотреться. У нас заканчиваются припасы. Надеюсь, в амбаре хорошие запасы. Надо проверить.
А где корм для этих тленышей? Я тоже не уловил. Их же надо каким-то макаром кормить, да, только что мне сказали. Я буду ждать тебя возле храма воды в забытом лесу. Это типа почтовый ящик, да? Но я тебе скажу, открылись не все области. А, это перемещение. Тележка тленных шлем. А сюда могу? Да, конечно, нет. Могу, наверное, перемещаться туда, где уже был. Где... О, привет, малый. Чё вы? Таро там? Тропу преграждает барьер? Может быть, Задзюра сможет помочь. Обычно его можно найти в храме масок. Когда ты увидишь священные деревья, ты поймешь. Помогите Таро, обследуйте храм масок. Да, мне, короче, сюда, но мне мешает пройти путь. И мне обследовать храм масок надо. Это я видел его. Я видел его с самого начала. И туда тоже не пройду. Ладно, все закрыто. Еще один тленыш. А че он не берется? О! Здорово, присоединяйся к нашей банде! Молодца, так держать! Теперь ты с нами, малой! Ай, прошу прощения, а че у меня в шляпе только один? Ну и ладно. Ого, как вас много! А, это вы же, я думал, это новые все. Так, это сейчас на заставке в меню. Надо активировать, да? Похоже, тленышам ты нравишься. А обычно они робеют. Но я полагаю, ты пришла в наш лес не для того, чтобы отыскать лесных обитателей. Приветствую тебя, дух. Я ищу проход к священному горному храму. Наша деревня связана с энергией храма. Но сила этой связи давно ослабла. Здесь мешкают духи, застрявшие в трагедиях нашего прошлого. Если ты желаешь дойти до горного храма, тебе придется помочь этим духам. На пути сюда я повстречала двоих детей. Они попросили меня помочь освободить мальчика по имени Таро. Я не удивлен, что Бенни и Сая... А что случилось? Геймпад на месте. А тебя нашли. Они смышленые ребятишки и готовы на что угодно ради своего брата. Я думал, еще раз выкинул. Нет, не выкинул. Мы всегда вырезали маски из дерева, чтобы почтить тех, кто от нас ушел. Маски здесь медленно обращаются в прах и помогают духу на пути в загробную жизнь. Мой отец был проводником духов. У нас иные традиции, но он помог многим духам перейти из этой жизни в иную. Значит, тебе известно, что происходит с духами, которые не способны уйти в мир иной. Возьми маску Таро. Она связана с его духом и поможет тебе выполнить обещание, данное детям. Благодарствую. Пригляди за Бенни и Сайей. Им трудно будет понять судьбу своего брата. Итак, у меня есть маска. Маска Таро. Маска Лиса, я бы сказал. Как ее надеть? Нажмите левое, чтобы надеть маску духа. Смотрите через маску, чтобы отыскать пути, открывать барьеры духа и обнаруживать вокруг себя важный объект. С помощью масок духов можно отыскивать тленышей, спрятавшихся вокруг.
Помогите, откройте барьер духов с помощью маски Таро. Или Таро, если хочешь. Собственно говоря, я же не знаю как. А ходить не могу. Когда одела маску. О, мужик, привет. Так, вот что-то вижу. Если снять. А что мне с этим делать? А, может нажать? Подожди, что-то вылетело? Нет. Надеть маску и нажать вот так. Нифига не срабатывает. Окей, почему там синяя точка горит? Непонятно. Весьма непонятно. Так не могу, а вот так. Но поскольку я так не могу ходить... Ух ты, что это такое? Это маска, это прям целая навигационная система. Прикольно. Это я дух, что ли, становлюсь? То есть тупо меня завалили, и я, короче, летаю по уровню. Что? Сделаю вид, что что-то понял, и пойду туда, где было это изображение на заблокированном проходе. Здесь нужна другая маска, видишь? Маска какого-то оленя. Твоя маска нужна, прикинь. Да не обижайся, я в шутку. Я, видимо, не могу здесь перепрыгнуть. Подожди, что-то собрать. Так, братва, берем камушек. Нет, не берем? А, я думал, вы камушек берете, и я туда сейчас перепрыгну. Я вижу, что надо сделать, вижу. Скинуть вот эти камни надо. Но когда я в режиме маски, я не могу этого сделать. А ну. Не достает. А как же скинуть вас? О-о-о-о-о! Буду знать. Может мне обойти? Подожди, а если я обойду? Там где-то есть обход? Так, вот я туда смотрю. А, закрыто пока что. Не могу пройти туда. Или могу? Нет. Наверное, я сверху могу их скинуть. Отсюда не могу. Ладно, хоре терять время. Пойдем туда, куда нам надо. Потом разберемся. Здорово, малышня. Эй, это же маска Таро. Это Дадзюдзю дал ее тебе.
Может быть, с ней ты сумеешь открыть барьер? По-любому. Что это? Следуй за ним, может, он приведет нас к Таро. Короче, было неплохо. Тоби давно уже не видать. Обычно он играет с детьми из домов напротив. С детьми из домов... Мне сейчас... Я смогу его найти, да? Здесь где-то быть Тоби должен. Может, нет. Что мне дает то, что я и надеваю, и что нужно сделать? Я не догоняю. Никакая активность при этом недоступна. Ну, ладно, посмотрел, типа, и все. Видимо, в дальнейшем я что-то смогу с этим делать, но пока нет. А это куда дорога вообще? Ага, я понял. Спокойно. Все же живы. Знаешь, что переживать? Это еда. Вот я их и покормил. Проклятый сундук, бежим нахер! А, победите всех врагов всего лишь-то. Подожди, я покажу мою новую способность. Бежим, бежим, бежим и... Уа! 4 врага. О, эти уже побольше. Тоже нормально. Еще. Еще 2. Пусть будет. Ух ты, первый, ничего себе. Не такой уж ты и проклятый, сундук. Да, видишь, надо все-таки бегать и исследовать. Много интересного попадается. Что это такое? Ой, спасибо. Оттуда я пришла, если правильно понимаю. Да, оттуда я пришла. Здесь было, видимо, закрыто. Теперь здесь открыто. Какой-то мост. Молодежь, за работу! Маска здесь не надевается, кстати говоря. Ладно. Хорошо, вот здесь же открылось, да? Да, все правильно, здесь открылось, и я побежал. Куда его, в воду поставить? И мне на нем проплыть или что?
А, все намного проще. Это просто в дом залезть. Вы нашли почту духов. Вы нашли предмет, принадлежавший жителю деревни. Верните его в дом этого жителя. Он отмечен на вашей карте. Так, серьезно. Благодарю. Как вернуть? А, вот так. Все, я понял. А почему не преобразилось все в красоту? Здорово! Чепушилы! Короче, сначала идут разминочные, потом настоящие. Я называю преображение. Я освободила духа. Я так горда собой. Я так горда собой. Тут сразу и ништячки пошли. И еще один кабанчик за мной будет ходить. Хе-хей! Очень неплохо. Тельяныши, 11 из 15. По-моему, это отличный результат. Просто великолепный. Пойдем дальше. Вот эти штуки как освобождать, пока не понимаю. Ну вот, детеныш там какой-то. И шо? Наверное, у меня еще нет пока способности его освобождать. Можно еще расколдовать вот этот дом. Каким макаром? В этом году снег тает быстро. Посмотрим, открыт ли проход к дому Руссу. Видимо, закрыт. Вон те камни надо как-то скинуть. Почему она не может стрелять? Так. Может, маска? Я вообще в душе не соображаю, зачем эта маска нужна, если честно. Значит, домиком займемся позже. Здорово, народ, чё вы? Он прошел вот здесь, но мы не можем тут пройти. А чё вы не можете? Еще больше этой гадости на тропе. Ты сможешь ее убрать, чтобы мы прошли? Говно вопрос, малышня. Гадость! Кто тут обижал мою малышню? Тленыши способны очищать особые цветы, чтобы восстанавливать здоровье Кены. Запускайте тленыши на цветы нажатием X. Если Кена не находится в бою, ее здоровье восстанавливается автоматически. То есть в бою не восстанавливается, да? Спокойно. Ух ты, фига себе, ты что, охренел? Ты что, обалдел, что ли?
как тебе такое? Так, а где эти особые цветы? А, вон. Еще, да? Ух ты, ух ты, ух ты! Какой шустрый! Не успел родиться на свет, уже люлей отхватил от Кены. Ух ты, ух ты! Здорово! Последний всегда эффектно улетает в замедленной съемке. Это да, шо творю? Лесные слезы временно возвращают тленышей к их изначальной форме. Это какой? К форме людей? Воспользуйтесь R, чтобы двигать облако. Пока тлен находится в этой форме, он способен нападать на врагов, разрушать барьеры и вычищать скверну. Нифига себе. Нифига себе. Ёлки-палки, быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Так а что я могу расчистить? Вот здесь могу расчистить, наверное, что-то. Взмахнуть. Ой-ой-ой, черт возьми, не могу. Потопли все тленыши. Короче говоря, я запорол крутую возможность что-то расчистить. А, могу это сделать еще раз. Так, взмахнуть. Ух ты, как, ничего себе, вращать. Ух ты, прикольно. Пойдем со мной, малышня. Ай, вы сейчас закончитесь. Ладно, это, видимо, чтобы только путь здесь расчистить. Я не могу куда-то его там вдалеке. Ну, типа расчистили, окей. Давайте, эксплуатация детского труда в этой игре не запрещена. Поэтому со свободной душой. Over here, Kena. Смотри, тут в земле что-то есть. Нормально. Так, как мне это вырастить? Ну, расскажите мне, алло. Наверное, рядом что-то есть. Давай поищем. Стоят еще такие. Так, что за штука? Я понял. Надо оживить этот цветочек. Гляди, что сделали эти малюсенькие тленыши. Они создали еще одну хреновину. Это официальное название, кстати говоря, хреновина. И теперь я знаю, как очистить вот это. Ха-ха. Бэйбик. Ого. Любопышки. Так, а сквозь водопадик пройти могу? Ну так, навскидку чисто. Не могу. Это тебе не утиные истории. Какой еще водопадик? О чем ты говоришь? Ага, понятно, сюда значит.
и не успел. Ну ладно, нормально. Главное, путь расчистил. Ой, а тут не могу подняться. А потому что мне не надо, мне вот сюда надо. Внимательней, пожалуйста, внимательней. Ты тоже наблюдай за мной. Я такой херни могу натворить, если ты не наблюдаешь. Ой, я сейчас... Чуть вниз не прыгнул. Я хоть движусь к малому? Похоже на то. Это быстрое перемещение, кстати говоря, очень неплохая вещь. Малые спрятались, потому что там такое месиво сейчас будет. Впереди еще больше отравы. А мы подождем тут. Ждите, ждите. Я сейчас всем наваляю. Я бешеная, не подходить ко мне! Ух ты! Неплохо. Большой. Чё так пугать? Ага, мне прямо, короче говоря, но я проведу еще вот здесь секретный проходец, знаешь ли, я обнаружил. Здорово, тляшка. Найдена тляшка. Малый, что вы хотите? Хотите мне что-то сказать? Вот это да, смотри, что она сделала с этим чудовищем. Я же говорил, что она нам поможет. Еще бы. Прекрасно, Кена. Пойдем дальше, мы уже совсем близко. Без вашего приказа прям не могла бы пройти. Очень увлекательные игровые механики, надо сказать. Какой их раньше мне не встречал. Тебе это понятно. Ты бывалый, а мне нет. Так, мы уже приближаемся. И пошел дождь. Где-то здесь дождь. О, нет-нет, Бенни, Сая! Где-то здесь должен быть ее братан. Бенни, Сая! Где вы? О, ё-моё, что там такое? Сейчас будет биг-бада-бум.
Это как в Дюне, у него видения были. Так вот у нее, она увидела себя в будущем. Бешеную, сумасшедшую воительницу. Таро! О, Лаутрейдерс, ты здесь? Так, что значит? Что случилось? Что ты видела, когда надела маску Таро? Таро здесь, но он забыл, кто он. Нам нужно найти три реликвии, чтобы помочь ему вспомнить. Ага. Лес такой огромный. Как узнать, где нужно искать? Может быть, Руссо нам поможет? Его дом вон там. Может, поможет. Найдите Руссо, поговорите с Руссо и разузнайте о реликвиях. Короче говоря, вон дом Руссо. А здесь что, все? Прикинь, здесь все. Прикинь, здесь все? Короче говоря, как тебе игра? Стоит мне ее дальше пилить? Ну, вроде интересно. Стиль такой визуально, типа, детенышный, но ну, как бы драки, там, магия, колдовство. Даже Ведьмака чем-то, наверное, напоминает. Не, игра весьма прикольная. Я надеюсь, тебе прохождение понравилось. Ты поставишь этому видео лайк. Если на канал не подписался, то подписывайся. И меня зовут Энтиму. Спасибо, что ты досмотрел аж до конца. Ёлки-палки, ты целый час сидел. Боже мой, девушку найди себе. Ты чё, чувак? Да не, все нормально, сиди дальше. Все, пока.